начинаем! Гостей приглашаем! Будем вместе мы играть, веселиться, танцевать! Так начался сегодня традиционный фестиваль «Мир распахнутых сердец». Участники – дети дошкольного возраста со всего Ленинского района. В зрительном зале кинотеатра «Искра» яблоку негде упасть. Такому аншлагу могут позавидовать лучшие театры столицы. Даже в проходах место найти не такая простая задача. Сегодня, в Международный день защиты детей, они – главные действующие лица театрализованного представления, объединенного одной связующей идеей. В этом году в России объявлен год экологии, охраны окружающей среды. Но мы тоже не стали стоять в стороне от этой злободневной темы, которая близка каждому, в общем-то, нормальному человеку. И решили показать, что дети в детском саду также очень много знают об охране окружающей среды. Экологическую тему поддержал 21 детский сад. Это более 400 детишек. В итоге нерадивые туристы, загрязнявшие природу, были призваны к порядку волшебником Икошей и лучиком солнца. Туристы раскаялись и перестали быть нерадивыми. День сегодняшний для детей знаменателен вдвойне. В День защиты детей 1 июня открывается сезон лагерей. И сегодня в наших школах открытие еще и лагерной кампании. Участники фестиваля «Мир распахнутых сердец» в школу еще не ходят. Однако планы на лето все равно имеют грандиозные. Мы летом поедем, где папа водился на море отдыхать. Я поеду в деревню. Я там собираю козочки и курочки. Я летом поеду в Дагестан, где там мои друзья Ваня, Владик и Саша, что мы будем там играть в загонялки. Мы поедем в лес, там мы будем на деревьях будем лазить. Я хочу помогать маме на даче. Буду помогать всем, кто мне дорого стоит. И буду на что-то копить деньги и сама это покупать. Я буду с бабушкой и с дедушкой играть в лото на свежем воздухе. Вот и участники выходят на свежий воздух, потому что ежегодный фестиваль «Мир распахнутых сердец» подошел к концу, а лето только начинается. У ребят впереди 3 месяца, чтобы воплотить все свои планы в жизнь. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.